Итак, всем добрый день. Как вы видите, за мной небольшой участок с картофелем, который полностью зарастает такой травой, как в простонародье называется цыганка, а по-научному называется амарант. И вот сейчас я вам покажу, как быстро прополоть, самый быстрый и легкий способ прополки картофеля. А как некоторые подумали, наверное, я ее выращиваю специально. Нет, совсем это не так. Просто на этом участке и в прошлом, и в позапрошлом году рос амарант. И даже горчица его отсюда не вытеснила. Где-то я читал, что амарант высевают даже как сидираты. Да, еще хотел бы заметить, что я дал ему специально подрасти, этому амаранту или цыганке, для того, чтобы укрыть его ей потом картошку. То есть такой агрономический прием, как мульчирование. Сейчас я вам покажу даже большое поле, которое я 2 недели назад прополол. Ну и потом накосил травы. Вот насколько хватило, это примерно 2/3 на сегодняшний день. Заложил вот соломой, разной мульчой, разной вот такой вот газонной скошенной травой. В общем-то, для чего? Не секрет. Для того, чтобы под соломой лучше сохраняется влага, ну и сорняки, соответственно, не растут. Ой, это я, конечно, преувеличиваю. Они растут, но гораздо медленнее, так как им света не хватает. Вот, осилил я пока 2/3 этого поля. А сейчас пришло время прополоть вот этот участочек. И как это быстро сделать, я сейчас вам покажу. Ну а кто-то наверняка догадался по моим очкам и по обмундированию, что я буду это просто косить. Как вам такой способ? И как вам такой способ? Прошло ровно 10 минут с начала записи. Здесь площадь приблизительно 8 на 15 метров, то есть чуть больше 1 сотки. За 10 минут. А сейчас давайте пройдем и посмотрим, что получилось. Ну а вот, друзья, что получилось. В общем-то, между рядов очень даже чистенько и красиво получилось. Соответственно, листья все легли как мульча, можно сказать, от этой травы. А внутри ряда пришлось кое-где останавливаться, чтобы не скосить картошку, которая взошла, но почему-то гораздо меньше, чем остальные ее собратья. Вот сейчас одну из таких покажу. Вот видите, вот он, вот что ему не хватает, что-то ему не хватало, этому картофану, поэтому вокруг него придется продрать руками. Вот, но это уже не сложно, основную площадь я прошел. Вот, вот еще один кустик, да, вот вы его даже не заметите, а есть там картошка. Листья до такой степени издалека похожи,
это картоха, а вот это амарант. Поэтому здесь пришлось останавливаться и, ну, так приглядываться, скажем так, чтобы не скосить картошку. Да, и, конечно, не без ущерба обошлось. Одна картошка пострадала. Да, конечно, обошлось не без ущерба. Один куст пострадал полностью, был удален, скажем так. Ну и один куст частично, я его нашел. Там где-то около четверти кустиков, ну, скажем так, поломались. Ну, надеюсь, он отрастет и болеть не будет. Скажете, не без ущерба. А кто тяпкой не драл картошку? И поверьте мне, это гораздо быстрее и легче, чем сделать это мотыгой. Так что так. Нажимаете палец вверх. На этом на сегодня все.